Детский сад «Лазурный» в микрорайоне Алексеевский передадут муниципалитету в этом году. Об этом доложил заместитель главы Роман Дикий. В детском саду «Орленок» на улице Крымской идет подготовка к монтажу кровли. Параллельно возводят и межкомнатные перегородки, а также прокладывают трубы. Также полным ходом идет строительство спортзала в школе номер 21 станицы Анапской. И здание офиса врача общей практики в хуторе Чекон сдадут до конца ноября текущего года. Вместе с тем глава курорта потребовал активизировать работы по новому зданию ЗАГСа. В проекте намерен принять участие депутат Госдумы Иван Демченко. Мне нужно четко иметь понимание, когда будет готов проект ЗАГС. Иван Иванович Демченко, он хочет принять участие в строительстве этого ЗАГСа. Он тоже хочет знать, какого числа. Также от управления архитектуры глава курорта ждет предложений по малым архитектурным формам. При этом он напомнил о поручении следить за исправностью декоративной подсветки на улицах и Пионерском проспекте. К предстоящему сезону необходимо готовиться уже сегодня, следить за местами, где летом расцветает несанкционированный бизнес. Что вам мешает сейчас заняться этой проблематикой всей, то, которую они нам организовывают к курортному сезону, эти люди? Вы знаете этих людей? И что вы хотите сказать, что у вас нет полномочий запретить несанкционированную торговлю там или несанкционированный общепит? Вы мне, пожалуйста, до сезона позакрывайте все эти наболевшие вопросы. Начальника ГИБДД глава курорта попросил сформировать собственный пакет предложений по улучшению дорожной ситуации, в том числе по организации парковок, числу задействованных эвакуаторов. Я хотел бы, чтобы были какие-то предложения от вас. Может, нам надо где-то сделать одностороннее движение, где-то двухстороннее. То есть мы должны к курортному сезону немножко город развязать. К этой работе Юрий Поляков поручил подключиться управлению транспорта. В настоящий момент идет расширение улицы Ленина и Крылова. На краевом уровне достигнута договоренность о строительстве дополнительной полосы на Симферопольском шоссе между кольцом в районе санатория «Россиянка» и Анапой. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион.